Здравствуйте, друзья! Я пастор Павел Реннер. В этом году мы будем вместе поститься с 15 января. Я приглашаю вас поститься вместе со мной и вместе со всей церкви. На протяжении 21 дня мы будем делать все, что мы можем, для того, чтобы быть как можно ближе к Богу. Вы можете поститься, как я, например, только на жидкостях, или вы можете поститься постом Даниила, или если вы не можете так поститься, ну, 2 дня, 3 дня, но сделайте что-нибудь для того, чтобы приблизиться к Нему. И если вы с нами уже постились, то в этом году я вам предлагаю сделать что-то большее. Личные взаимоотношения с Богом, близкие взаимоотношения с Богом обязательно будут тебе что-то стоить. В Иакова 4 глава с 8 стиха мы читаем: «Приблизитесь к Богу, и приблизится к вам». А потом здесь говорится о вещах, которые нам нужно оставить. Далее: «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Пост – это акт смирения. Покажите Богу в этом году, что Он в вашей жизни на первом месте. Мы начинаем этот год с поста. Мы начинаем этот год с молитвы. Мы делаем шаг навстречу к Нему именно для того, чтобы в нашей жизни произошли изменения. Но ни в коем случае нельзя воспринимать пост как манипуляция Бога. Нет. Когда мы приближаемся к Нему, что-то меняется в нашей жизни. Поэтому доверьтесь Ему. Давайте будем вместе поститься с 15 января по 4 февраля. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы Ты проговорил каждому человеку, который сейчас смотрит это видео, это обращение. Прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты помог им сейчас понять, что им нужно сделать для того, чтобы быть ближе к Тебя во всем в их жизни. Во имя Иисуса. Аминь.